Зачистить и все, чилить. Иури зашел, fuck you. Это реально fuck you. А кого не хватает? Чукова тебе не хватает, когда мне написал, что это идет, все нормально. Ебать, все пришли в 17. Ебать! А так можно было? Не все. Ну один не пришел, но я имею в виду, что большинство. В смысле, опоздали. Я, блядь, помню, как я трэш, как мы трэш в пятером чистили. Че, идите, блядь. Иди, иди, а кто остался? Че, этот самолет? Ури. Да ему похуй, он вышел. Ну ладно, лапку дал, что пойду, блядь. Хотел осколок юзнуть. Бы ракетку пульнул, нахуй забил. А мобов есть, типа, кастфера? Mm. Я не послал. Моментально. Так, еще, кстати, это, господа паладины. Я правильно понимаю, что, типа, чтобы, когда тебе говорят дать сакру, ну ты просто жмешь ее, типа, и канцелавр делаешь на священную жертву. Ну, два раза макрос нажимается. Ну я понимаю, типа, один. Ну, вначале там написано канцелавр, а потом каст, типа. Сначала каст, а потом канцелавр. Нихуя. Еблан, а что ты будешь канцелаурить, если ну так сначала, блять. Ну так ничего. Сначала в макросе написано канцелавр, а потом типа каст. Ну, сначала она канцелит ничего. Не никогда дает, не типа, видел это. Такой хуйни, не-не-не. У меня так тучка работает, типа. Я сначала, ну, типа, сначала у меня канцелится тучка, а потом кастуется тучка. Типа, соответственно, если я второй раз нажимаю, то она канцелится просто. Там всем тупой, просто не понимает, как макрос работает, или что? Типа, какая разница, просто. Я к тому, что, типа, а нахуя вообще жать тогда бабл сакру? Типа, в чем смысл? Бля. Бабл сакр? Да, типа, нахуя давать бабл сакру, нахуя давать 50% сакру? Ну, я хз, у меня... Подожди, ну, 50%? Есть 50%, у меня, допустим, макрос на как раз-таки сакра и 50% я прожимаю, вот это божественная защита. А так бабл сакра и все. Нет, а именно, а нахуя в принципе это нажимать? Так она доп дэмэдж будет хавать. Ну, когда ты нажимаешь божественный страж, там есть два бафа, если ты вкачиваешь. Первый баф со всего рейда на 6 секунд снимает 20% урона. Второй баф с группы 5 человек, где ты находишься, снимает сколько там? 30, да, 30%? И он переводит этот урон на паладина. И вот для ретриков, для холипалов, которые тонкие, как тряпки, существует вот эта хуйня, поражать бабл, чтобы вот эта вся хуйня уходила в невосприимчивость бабла. А если ты просто скидываешь себя, типа, ну, какая разница? Если ты скидываешь, то ты просто лишаешься вот этой хуйни на 5 человек. 30% функционально. И эта хуйня, она, по-моему, 12 идет, а на 20%, которое снижение, оно на 6 секунд всего лишь. А, типа, чтобы дать нормальный сейф, надо именно под бабу. Ну, опять же, то на 5 человек, а то на рейд. С десятки выгоднее не тикать себя, а 25-ки похуй. Окей. Что я себе этого хапала там делал? Ну сейчас можешь глю каплю дать по мне. Жалко, глю сейчас умрет. Заебешься. Как в прошлый раз на этом. На погибели взял и ёбнул. Так, чё? Кого не хватает у нас? Ури. Нет, это шоколад. Шоколад я писал.
Пойду грид настрою пока. Грид 2. Нет, один, блядь. Да чё ты гром? Блядь, я тебя нахуй убавлю. Поговори немножко. ЧСВшка, поговори. Нормально, я пока за тотем отрабатываю. Как же ему похуй, попросил его поговорить. Я думаю, ты подумаешь, что ты меня убавил, так что не слышно нихуя. Сори. Ну да, со 100 до 80. Его вас теряет, типа, что это такое? Себе у нас диспел, чтобы фир... И сразу еще один фир накладывается. Хисер, я придумал, на что давать эльф бездны. На что? На триксы друг на друга. А, это я тоже делал. Но это когда я друг на друга делал, да. Это имба. Кстати, давай ты худеешь. Давай. Четверо гигадемэш. Четверо гигадемэш будет. Чекай. Каждый 23. Еще возьмите эти. Надеюсь, они получатся каждый 23. Тогда, да. Символы на триксы еще возьмите. Это вообще пиздец. Реально, кстати. Адреналин заменит на триксы. А мы же не сможем каждую триксы делать, там же КД. Каждый, нет, через одни только. Через одни, да. Но все равно нормально. Не, ну там перетамажить, сори, если демон в пати будет, не получится. Хм. Ну никак. Смотри, какой энкаунтер. Mm-hmm. Так, руля я тебя передамажу. Если истерии нормально залетать будет. Не будет. Не будет. Хотя он один пул хороший. Он один пул хороший истерию дал. У меня ракетка беговая, пиздец. Сколько? 1080 под X2? Чего? Сколько под X2? 1080? Ну, под нормальными проками 60. А, ну, хуйня, один эвик, да. У меня под X2 еще и поджигание летит. Ну, мы просто 15% демеджа друг другу даем. Чё ты? Всё, ты проиграл. Я? Не. Будет демон, будет бит. Демон и она сапает, в курсе, да? Не так сильно, как меня, сори. Тоже правда. Так, какие-то циферки, блять, в эксперли, нахуй. А, всё, нет циферок. Надо чуть громче сделать. Ебал. Да я просто ору. Или тихо говорю. Всё, я тебе ничего не делаю. Пиздец. На 100% ты слишком громкий, на 90 такой, тиховатый. Могу еще децибелов накрутить. А, ну то есть ты накрутил опять децибелов. Не, я могу, говорю. Кричишь. Не, ну ты вот... До этого нормально было, вот сейчас ты зашел очень громко. Ёбаные хилые, бездарные, боже, блядь. Ой. Ой. Вслух, да? Слышков поставьте. Кого сумонить? Блять, нахуй я дернул эту хуйню. Кого сумонить? Танк. А у ебилд я так и не сделал. Похуй. Я билд опера просто спектр. Мишка есть. Не, у него уешь, блять, он еще долбаем. Да он тупой. Че ты? ДЦ. Сори, реально ДС. Мне за дебаф меньше сделать, блять. Вот так. Так, ну вроде мой интерфейс супер биговый, супер удобный. Ты увеличил запомнить цель? Нет. Я просто сделал удобный интерфейс. Го. Смотри, блять, фон грида нахуй. Чем там за пакет? Нахуй здесь. Вон, блять. В ноль нахуй. О, все, пугло. Че, коней же поубивали? Не всех. Жалко. Конь один остался, он, да? Там так что там, да. Первые три СПД банка, да? Зря ты это сделал, блять. Лол. Ну, блядь, давайте, удачи, нахуй. Кто это сделал? Глю не хилит, то есть. Прожимайся. А кто там пульнул так? Там 2,5 пачки, я не буду это держать, сори. Кто пульнул так? Сори. Это невозможно быть. Я, шалалин. Это я. Ах ты. Извиняюсь, это не обосрался. Ах сразу пульнул. Обосрался. Тут челики какие-то красные стоят. Там, блядь... Короче, блядь! Там 15 ходит, блядь, по кругу. 15 по кругу. Ирды ебаные.
Короче, я блядь. Выкулю. Не надо. Короче, блядь. Короче, блядь. Парни, пульнул. Убирай. Пок, чамп. А, его еще не настроил. Эти, ХП, мобов, босса. Сейчас пойду. Истерию настроил. Ой, блядь! Истерию настроил. Заебись. А, у меня там вот на другую кнопку, блядь. Истерия и вас трое, да? Вот, значит. Короче, так. Дал звездопад, мушали. А, что там? Модификации. Да где не тут интерфейс. Tidy plates. ПКМ хоть на моба тыкни. Да я не могу. Лича. Так. Лоу, так и плай. Ой, как намного лучше стало уже сразу. Шел тотему убрать, блять. Че, попаешь, блять? Ури, походу, Хисеру косплей. Еще надо отключить куню. Блять, а как она называется? Айсалка, Асайка ура. Которая, блять, сверху показывает там дебафы на враге. Че за хуйня? Я не помню. Тоже клакс. Мысли кварц. Это ж вроде какой-то там PvP, он там iCycle какой-то там. Или что-то еще это было. Классно, да, когда квадратики показывают. А, Blade, Blade Buffs, во. Помню. Blade Buffs. Отключить. Блять. Вернули, у меня выкинуло с окна этого. Так. А Реслина из жизни. Так, я передумал. Я релок написал, надеюсь, вы не сдохнете. Лучше бы я танком был, да? Я просто надеюсь, что вы не сдохнете. Я надеюсь, сейчас пойду сдохну. Пачку приведу еще одну. Беги! Беги! Да покайтесь просто. Я дал тайфун, там бегите. Коня они убить, коня мобы убить. Мобы стоят, просто добейте их. Давай это оковы дам. Ой, блядь. Мороздин танкует, бля, парень. А, ну все, заебись. Даю корни. Да не иди ты ко мне. Питомцы нокпад по центру экрана, блять. Ёбаный эксперу. Ну, вроде интерфейс гига промчат. КМСБТ надо что-то уменьшить. А Реслин уже там 5 косарей на починку потратил уже, блядь. Еще столько же примерно на смену спеков. Я не могу двигать в питомца Эксперу, охуеть, ладно, пусть будет. Блять, в спину нахуярили! Вы же каловый вкус, конечно, это, блядь, мятный лайм. Пиздец. Кто его, блядь, покупает, нахуй? Вот такие, как я, блядь, попробую чисто. Сори, я пытаюсь диспейлить быстро, но... Вот и пиво пью. Соли только не хватает. Лимон.
Ебучий обратный поток. Блять, это я сейчас... А глю нету, да, типа, или что? Есть. Ушло. Ты чё так падаю, блять? Страшно. Это я ещё сам хилюсь, блять, сижу. Кап дефа закончился. Чё, в четверг в пати собираем? 566 дефа, ёбнешься. Куда? Репофарм. Не выйдет нихуя. А, ну посылка. Да, собираем. Ну, смотрись, я, ты, Яша. Я в город не пойду. Нас там скелет разъебет, блядь. Да куда там скелет? Так у вас Яша есть. А ловушек не будет хотя бы. Да похуй на эти ловушки. Их наоборот надо на реп-фарме разбивать. А да, смотри, я не знаю, сколько дают эти. Дополнительные. Ну, скелет побольше дает, чем маленький, так? Ну да, поэтому их надо по-любому разбивать. Скелет ты разъебываешь. У Лёва уже в четверг это ебучая целка выходит. Ага. Хорошая целка. Ну вообще да. А можно, пожалуйста, Фуривара вызвать на трэш, блядь? Это всё-таки его стихия. Так Фуривар в три таргета. Не? Я танка, да. Я ВПшкой пытаюсь. Там надо всяких чивав брать, чтобы в коте сидел, хуярил. Да просто, блядь, систему рок берете, соуе билдом. Один танк, один хил и еще что-нибудь полезное. У одного хила грустно будет. Да всем рок похуй будет. Там коконы баганы какие-то, или я просто не знаю, как они работают. Кокон? Угу. И кокон. Ну, в смысле, кулков. Коконы только физой разбивают, или что? Вроде да. Ну, я пробовал, я на локе вроде разбивал, только, типа, если у меня кританет, и она, типа, ваншотнет эту хуйню. Только так. Блять, альтабнуса проебал болезни. Сейчас подпивас на танке у нас. Да, и что? Есть лучше? Найди другого. Цитаты панацеи. Да не, блять. D&D tomorrow Sunday. Пойду починюсь пока. Яша. Слушай. Филку уже отложил на ВХ. Что? Что я сейчас сказал тебе? А, хорош, правильно. Че, этого босса разыграл? Ну, школу ты точно донатить будешь, но я больше чем уверен. Хотя, да? Если сервер не загнется, возможно. Куда все побежали? Трэш чистить дальше. А, тогда присмотрите меня на большой трэш. Ты кашков чё? Ты кой? Чё, у нас люди появились? Да, я и я. Ай-яй-яй-яй. Убили негра. Обсуждаю. Все, все тут, я это. Нет, я нет, у меня не сумонили никто. Сумоните Яшу, пожалуйста. Я уже в магазине. У меня пятки в перила пропадают. Пятки? Ты что, блядь, закладки делаешь там? Совинные, видишь. Перила, блядь, кладет. Че, на шкаф никто не хочет тыкнуть? Всем похер. Алло, ну мужики, тыкните в шкаф, пожалуйста. Тыкнуть
Ты шо, бля, я закладки делаю. Что, я шо, тут? Вот тут в углу, короче, закладка, блядь. 5к ДПС прибавляю. Все повел. Зачем мне фридом дали? Как думаете, из-за чего вайп на Анубе будет? Из-за тебя? Потому что я танки нажму, да? Ой, это не застанет. Ну да. Как еще? Как там еще можно вайп? Какие станки? Так я здесь хилов просто обосрано. Которые не хилят МХ. Ну да. Алло. Или из-за танка, который нихуя не танчит. Так я попробую танчить. Может, дамагеры там не будут дамажить? А ты вообще как планируешь на Элеме залететь в тот рейд? Ну типа, как ты себе это представляешь? Ты вот ну, ты реально заходишь, тебя реально берут туда, да? Ты с кем разговариваешь? Со мной? Чел. Чё, Шизик? Кто? Ты! Ты мне говоришь, что я на Элеме залечу? Да. Ты, блядь, дебил, я же говорил в воскресенье. По обычкам. Токенс. Пиздить. Я тоже хочу. Понял? А на холле пристал. Зачем тебе токены? Ой, блядь, в принципе, глю, ты можешь на Рошама к нам заходить, если он там плюс-минус нормальный. Вместо хапала. На, у меня Рошам, блядь, 4Т4 уже. То есть, ну там тринька с Толгорода, там что-то. Все, я понял. Ну, короче, если хочешь, можешь заходить вместо Хапалова на всех боссов, кроме Опера. Подожди, лужу там два пака. Я... Ну и на раночку лучше тоже нет. Лучше тоже на Хапале попробовать. Ну, я говорю, сегодня на РТ, если меня, ну, блядь, в итоге возьмут нахуй, тогда типа окей. Как-то... Я шален лоб. Я сделаю проход, могу уже в Карубира, если что, ходить. В Каргере, говорю, ты можешь просто своего хапала на Эршам нанести. Ой-ой-ой-ой. Ничего такого не будет. Агрола тут держать сложно, я... Я пидор. Вообще, пидор, даже без ебил, да. И рога мой сдох тоже. Так, может, на том кладбище была не только... Чья-то мать. Хардстоуне. Может, Син, как вам с БТ уменьшить количество приколов там или такие меньше просто сделать? Именно. У меня вылет... Ай, блядь! Игра залагала. Алло? Я умер. Он просто закрылся. Бегите, ну, если имеется такая возможность. Ладно. Сейчас пропишу. А ну что именно? Ну чтобы меньше была область, как они летят, они у меня на полэкрана летают. А, тут еще эти. Просто область прокрутки, настройка область. Тут размер. Сейчас найду. Выбираешь, какую тебе нужно конкретно. Там высота, ширина, все может. Место. Заходите резче, блядь, там снаружи пидоры какие-то красные стоят. Выйти, ебало им разбить надо. Все. Давай выйдем, заходите, выйдем. Молчам, пошли! Выходим, выходим, выходим! Все нахуй на выход! Сейчас давайте подхилимся, блядь, просто разбил. Подхилитесь, я лапку дал. Все, выходим. Сейчас звездопад даю. Ой, а так я сейчас буду этой убивать. Бил одного. Блядь, ракетка не работает. А почему ракетка не работает? Все, блядь, выебан. Куда бежишь, сука? Еще и следующий, следующий. Все, заходим. А то решили, блядь, выебнуться. Петухи ебаные. Надо еще вот перебрать. Половину, блядь, убил. Все, готовый, я веду. Я готов, готов. Там по-любому 220-й левел, эхо в коробочку идет.
И вы такие 250-е, блядь, пришли. Смотрю, какой товар, блядь, там, блядь, удар грома свой дает без понтов. Бежит одна пачка элиток, вторая не элит. Ладно, потом мы с БТ настроим. Оба. Вот что, шоколад во сколько был? Ну, он написал, что через 20 минут, когда было 17 минут. На пол сдал? На понял, точнее. Может еще подождать. Когда-нибудь точно будет. Ну, все, он тоже бьем. Блядь, МСБТ. А чё они сделали, типа, почему? Это же World PvP, почему я ракетку не могу кинуть? Я раньше уничтожал. Нельзя, помню, нельзя уже все. Я на Кильдонасе сидел, хуярил типов. Одной ракеткой убивал. Здорово. В плане, а как они это сделали? Что они сделали? Чё, как рейд? Просто в чела нельзя ее кинуть? Ну, просто нельзя, да, в КВЕ. Ну, когда как ты рейд? Вошел в КВП режим, ты не можешь нажимать эти кнопки. Да. О, тут что-то с микрофоном было. Кая вот так, как взорвали, блядь. Нормально же было все. Чё, трешак? Как рейд? Как рейд? Ой, блядь, такая помойка, пиздец. Чё что произошло? Да, блядь, какого-то чела левого блокера это поставили. Там как этот старый, типа, или не пришел, или что-то такое, типа, взяли все, какой-то челик там. Вроде он говорил, что он, типа, даже там полтинник закрывал, все дела, в итоге нахуй нихуя. Даже не убили. Просто рост сделали или ты ушел? Да, рост сделали. Не, я это раньше рейд закончился, я еще покушал, типа там домашние дела немного. Домашку сделал, что в школу завтра? Домашку сделал. Да, и все. Блядь, я в комнате. Домашние дела, это домашка. Подожди. Ну, я не знаю, что у него. То ли, ну, сошлись к тому, что, скорее всего, у него этого капа не хватает. Чего, пробивают или что? Да, на третьей фазе просто его слаживает, типа, я не знаю почему. У него все бафы висят? Да, все висит. Какую-то хуйню сделал? Бибой. А кто танк? Вар или кто? Не, Пол. Сначала, вроде он, типа, это, в какой-то там гильде, типа, нормально, типа, блокером был, типа, вроде взялся, все дела. Мы без вайпов дошли до этого, до Ануба, там, по Бырику, типа. И просидели где-то, может, почти, наверное, 3 часа, наверное, на Анубе. Типа, просто сначала вроде он, типа, вспоминал, типа, эти... Ну, вроде как он убивал, ну, блокером сбивал эти косты, но все равно пришлось, типа, немножко поучиться. А потом выяснилось, что, типа, у него еще и глиф стоит. А мы думали, что, ну, просто подкат, типа, давать гнев. А у него на сокращение. И переводили. Каждый пул переводили на это. На ласт-фазу. И, типа, говорит, что у него вроде этот кап, типа, 100, там, сколько-то, 103% есть. Но вроде, типа, блока у него 5500 или что-то такое. Не помните, сколько надо? Ну так и надо, блядь. Я не помню, там что-то говорил. Кирилл когда-то. Капс по формуле 103-4, по-моему. Да, этот кап у него есть. Типа, он там через эту как-то вбивает, типа, да, через скрипт или как там смотрит. И, а этого 5500 вроде говорил. Сейчас приведу. Что-то бой заебал, нахуй. Просто его слаживает и все, типа, и мобы в рейды, и, блядь, и все. А слышите, а помните у вас это... Сейчас, подожди, только не сумань, я хотя бы все химию куплю. Помните у вас это... Ваш этот блокер, девочка, это спекалась в этого... Раз и типа поменяла. Да. До этого в орке у нее типа все нормально было. Да. А потом в рядах. Сразу спекнулась и сразу убили, пошли.
Не, когда ее это слаживало сразу, типа от мобов? Нет. Да? Не, ну, да. Со временем. Ну просто пробивает ее немного. Просто больше мобов. Там еще такая тема, ну, я вроде замечал, что ну, чем дольше, меня, чем дольше жуки бьют чела, тем, ну, типа, они начинают его пробивать со временем, если там не фул какой-то кап собран. Не, у нас депоса, типа, ну, вы... Нет, там даже, это даже не по депосу, типа, это, ну, уже где-то секунд через 40-50, уже жуки начинают что-то дамажить, по чуть-чуть. Да, знаю, вот, почему, скорее всего, у нас то же самое было, мы переводим спокойно, это... типа... Это я замечал, но это, конечно, связано с тем, что у него, ну... Капы, типа, ну, в идеалку подбиты, условно, а не чуть-чуть перекап. Мне кажется, ну, типа, у нас сейчас, скорее всего, там, у танка перекап всего, что нужно. И его вообще не пробивает, сколько мы не бьем. Там обычно под такое, когда начинают пробивать, там танк начинает сывы свои тыкать. Условно, там, 2 тринкета, там, 50%, он все вот этот подряд нажимает, и там еще секунд, условно, ну, ладно, не секунд, еще где-то, коня? Условно, минуту с лишним он может просто... Крутится, блядь, пошли там коня. Я не знаю. Коня. Что-то бой какой-то ебаный, почему бой, блядь? Шоколад-то тыкните кто-то, кто не в комбате. Сейчас. Там моб видим. Ну, мы поднимемся, тогда убьем. Там моб видим. А, пойдем, моба вниз. Надо. Не хочу в комбате. О, чё, я ещё не забиндил переключение этих стоечек своих. А перед нами моб. Ну так, по идее, походу, у него чё-то не хватает. А, еще в рейде он, короче, ну, там отбитый какой-то челик, типа, уже не мог держать этих загренных, типа, мобов. Ну, от него... У него с этим проблема, блядь. Да? Ну, потому что, посчитай дамаг, который носит вар, от щит от повреждений, там, пиздец, там, 30-40 тысяч ДПС, это огромный урон, это, блядь, угрозы дохуя. Да паладину чарит титановую паладин штуку чарит, и все. А паладин чарит щит. На шип вот этот ебаный колчедан, да, и то его не хватает, блять. Нет, ты не понял, когда его типа напулили, забрали, не на перефазе. А что, может сразу почистим или что? Какая разница? Да похмуже, берем, убивать. Потом хочу... под банками сюда придем. Не хочу свапать, блять, своего рога. Да, у него все на защиту, мы его еще гоняли, типа, зачаривали на эту, на угрозу, типа, все дела. Яша, нам похер, мы идем коня. На перефазе, типа, когда мобов заливают, с него, типа, срывают. И просто так, типа, когда мобы, типа, напуленные, уже все, может моб спокойно уйти, типа, и в рейд пойти. Я у меня, короче, знаю. Такая же хуйня была, когда танчил. Сейчас я поставлю. Я здесь есть поставлю. Какой коня это чистили? Хуй знает, как сегодня будет, блять, кто там будет напуливать, сколько напулов, блять. Не знаю. Я сегодня не пойду в шоп. А у вас второй рейд тоже? У нас второй рейд нормально, кстати, закрывает. Ну, так плюс-минус. У нас бы закрылось, и, блядь, не просто какой-то блокер, типа, я не знаю, старый, типа, какой-то, который, я не помню, варчик там был, или кто-нибудь пришел, типа, или что-то такое. И сейчас вроде спросил у него Саня, типа, да, может, все дела. Лапку дай. Глю, куда тратить? Целка выходит. Еще, подождите. Так, что нам надо, блядь? Я немного... А почта есть у кого, можно достать? Сейчас вставлю. И Саня там, блядь, бесился из-за этого. Я поставил. По КД переводим, блядь, а просто из-за одного челика не можем убить. Да, у нас ринда такая же. Ой, это я мир забыла. Не, по тайне. Я нажала! Залагало! Ой. 3, 2, 1. Че, вы вообще ринду будете? Не стой перед ебалом на зероне там, это, Клифф. Где мой агро? А, он нашел. Че, у нас слякать все проблема, да, с интернетом? Ну, интернет у него лагает, написал, что в понедельник пойдут ему ставить. Да, да. Че, я ненадолго. Волокно какое-то. Че, колят? Чехолод. Дух. Нет, на мне был. А, он просто. Я по фрейму здесь повел.
Он возле него просто появился, я думаю. Я настолько быстро диспейнил, что даже первый тип не прошел. Он не успел даже побежать никуда. Это моментально. Ой, я не того. Да, баю. Я слишком быстро заметил, типа, мышки не успел перевести. Так, ну здесь успею поставить нормально. Ладно, так. Ты знаешь, я среагировал быстрее, чем успел нажать. Перевести мышку. Так, блядь, тебе еще не зыбку. Ой. Что? Э, вот. Сейчас не было. Я не зыбку не поставил. Еще не поставил, ждал. Все, везды. Давайте еще лайпнемся на коне. Итак, 30 раз. Че говоришь, боб по танку дать? Буб по танку, это стильно. Говорит, спасибо Фендрию, что он символ, блять, поставил. Мора. Могу ФК ставить. Мариону прохи. Да стараюсь. Колопа вам потратить. Мелику. Великий бездари. Берегитесь. Сейчас, дай Т4. Угу. А чё, ой, что сейчас надамажило? Что это сейчас было? Он повернулся и просто ёбнул вас. Блять. Ну захотелось, он повернулся. Да? Нет. Чё? 20% до ближайшего чего. Ну что-то кидает 10. Какую-то хуйню, видишь, не кидает. Ну кидает хуйню и возьмёрнул тычку за этот момент, типа бак. Лови, у меня сейчас не будет на пол. Ой, далеко, наверное. Ну, нормально, первый так. Надеюсь, не съебётся. Мастерия 6. Кольцо выпадает. После галопа на мастерия. Промах поджигает. Идите нахуй. Это 3% меткости нет. Угу. 1.5% меткости нет, блядь. А, у тебя перекапчик. Есть такое, шмот не падает, говорит. Еще кольцо выпадет, туда вставить. Меткость. Кольцо выпадет. У меня перекап, в смысле. Куда мне вставлять еще, блядь? Ну, на тот случай, если я сдохну, чтобы кап был. Выбей себе второй меч, в который ты ставишь на меткость, и будешь менять, если кто-то умирает. Опять мисс поджигания. Да почему только поджигание миссует? Клоунада. Это все, это просто в пизду. Это кринж. Да нахуй. Давай, переебите меня еще. Две есть на танке. Я реально. Я понимаю, почему Фенера на колесико ОП-шку поставил. Очень хайповая тема. Блять, в меня конь прилетел. Да ёп! Поджигание миссует. Под эту хуйню надо кастопать. Промахи. Конь откидывает. Ну то ж он промахи есть. Ужас какой. Да, меня нету. Они ёбаны. Так ты хил, блин. Ты что, промахи? У меня промахи, наверное, есть, но мне похуй. Я джагой вообще не мясу. А прикинь, промах пальцем не на ту клаву попал, блядь. А, кольцо. Так, здесь кольцо. Было, кстати. Кольцо, я же говорил. Погью кольцо. Погью кольцо, реально. ГЦ глю. Чё там, ролл? Таник. Ещё, блин, надо, я не знаю, какую-нибудь это КД покупать, там я с этим. А, вон у пугасиков плюс эти... Ой, надо, 5 боссов они закрывают.
Поднимайтесь. Яша, там напудишь, приведешь их. Или мне глазиком. Давай глазиком. Давай. Только я гениалка напуливаю. Сука, когда-нибудь упадет и дал. Подождите, пока все мобы дойдут только. Я сколько друидом хожу, идола ни разу не видел. Тебе он нужен? Ну да, наверное, друг. У нас упадал, блядь, сколько раз? Миллион, блядь. Миллион, миллиард. Миллион первый надо, чтобы выпал. Чтоб дробяшка упала. Дробяшка и идол. Ну или одну, блядь, луна откатилась болезненной. Хорош. Ну чё, тебе уже вроде только, по-моему, плащ остался от этого. Как? Тебе плащ нужен? Мне, по сути, дробяшка вот эта, без меткости. Маку, не ты маг, волшебник. Молчи, как бы, про тебя. На перестать, что там надо снова. Ну, пуху мы тебе не дадим. Сори. Кулю сейчас опять про себя подумает. Да, блять. Плащ там на самом деле МП5 крит, это не супер хайпово. Блять, они стали за какую-то хуйню, я не могу болезнь раскинуть, нормально. Для ДЦ нормально, им нахуй за остальное. Хаста нужна. Хаста не нужна. 600 хасты нужно. Да это, блять, нахуй. Ой, эти 600 хасты, блять, нафармить вообще просто. Особенно в ЦЛК на репофарме в четверг, приходите. Толпьют. Я счёт-то взял, что в четверг. Все, в четверг ссылка выходит, да, это официальная инфа. Завтра заносит. Блин, обратно, куда, блядь? Я думаю, что нет. Так, ой, в смысле, блин. Сезон выходит в четверг? Не написали. Может быть, если что-то там, то в воскресенье макс. Нет, у них никогда так быстро, типа, не выходил. Так они написали сами, алло, шоколад. Да мало что они написали, они будут эту игры проверять. Я и игры проверять. Мини-игры, нахуй. Арену, блять, проверять игры. Так они уже все ее проверили, они вводят с новым по сезонам. Кого? Призовые, блять. Призовые. А че и призовые? Ну там, блять, будут разборки. Они написали в четверг новый сезон. Если что-то не повезет, то в воскресенье. Кто доджил, кто с скриптами, кто с чем, блять. Следующий сезон начнется 17 числа. Угу. Ну может не сразу выйдет ссылка. Кто кому переливал? Сразу. Если сколько сезонов. Кто кому наливал, блять. Да, кто у кого кто бухал. Кто во сколько там апал рейд, там челики. Это снова пятница, блять, рабочая будет, получается. Заходят там в 5 часов утра, нахуй, аренку регают, блять, на ХММР. А чё, неужели на Сирусе с Ливера есть рейтинг? Конечно. Блять. Вон за это, на прошлом сезоне, блять, срач был за Солоку, нахуй. Гладиатора Васей, это закончил сезон без срача, это, блядь, вообще не интересно. Блядь, стан дали, в спину хуярят. Где Мясава? Пошел. Блядь, это мне с Бароу затанчить, блядь. Ты уже танчил. У тебя глиф есть? На таунт, конечно. Ты уже танчил. Да я знаю, да мне там вкладывал. Было потяжелее, чем сейчас. В смысле тяжелее? В два окна потяжелее играть, чем в одно. А, блять. Да полни в два окна. Два окна играл, блядь? Я на руки намажу еще, да.
псих, блядь. Поставил рыбу. На пуле, кстати, мелочь навара, да. Наварочка? Угу. Где рыба? Вам дизарм дали. Угу. А, кстати, кого там убиваем? Баронесс убиваем, кстати. А потом Драугера. В смысле? Можем скипнуть? Может, скипнем, да? Давайте скипнем. Подождите, блядь, я релоуд писать начал. Можете покушать там рыбку пока? Ну, хочу скипнуть. Зачем? Да я умру, блин. Придется опять бафать. Скип это зачем? Нахуя нам два бить? Двоих охота бить, не что-то лень, блядь. Почему нет? Всё, я спасибо. Ну, бегай в шипы, ищи сестати, которая двоих будет бить, блядь. А Зерина, блядь, из четырех бы бил. А можно попросить Уриона зайти, блядь? Этим. Аку, ББ. Пусть о, хотя бы Азерона слушает или кого-то. Да не, в смысле, а ты же вроде был с нами, когда он фул в муте сидел. Ну, оперу закрыли, пока он был в фул муте. Кто? Уриона. Пускай, не хочет... Что с ним не так, блядь? Не хочет, не заходит, какая разница, все мне слакает. Че, это рыбу ставили, что-то не вижу. Пока это не мешает, мне пофигу. Внук довел. Рыба тут стоит, если че. Никого не доводил, все нормально. Доводил, токсик. Не-не-не. Фейк инфа. Довел. Где я что-то не вижу, блядь. Я прыгаю на нее. А, ебать. Ой, что, дайте нам эту патчу Эридара вроде. Ну. Ой, я забыл саппорт выпить на боссе. Вообще, я по пати нормально раскидаю. Хуй. Зачем тебе? Или один Эридар? Ты только на опере, наверное, саппорт нужен и все. Я мало чего еще. Где ДД фласка, бля? Мальчик физух убьет, не? Ну, нет, там этот, у него чардийский удар какой-то там. Бля, Синг. Когда стакается еще. Векнулся в гоблина, но в принципе... Кого разъебывают? Какой хозяин, такая раса. Баронесса и все. Поставь метку. Правый сам. В смысле? Тариф, сказал. Ну, какой... Какой хозяин, такая раса, что? Да. Карабас-барабас. Не понял. Сарно не понял. Что это значит? Чё, гоблин ебаный, короче. Дай метку баронессу. РЛ. Ты габлач, короче. Габлак. Все, давайте. Все, готовы? Начинается это. А мне выебывать, а тот тем лучше поставить. Спасибо. 4851 СП. Я сейчас уберу. Чего? Го. Ури пуляет. Ему забрать его хуйню. Сейчас я морозы тыкну попробую. Два удара, гроз. Ну, товар, блядь. Хочешь, да? Ну, кикайте сожжение маны. Мне кикать, что ли? Танц. Танц. Может, ачивку сделать, чтобы все в танцах бывали? Там, на танках походим. Ну, пошел. Меня клоны Хакуапли убивают. Я жду. Потому что они тупые, вот у меня бесик не бьет. Сука, рыбу сожрали. Ироды. Ироды ебаны. Тут кабан есть на правом столе. Да нахуй мне кабаны. Ну просто, да. Там реслин надо закрыть будет, если что. Да, реслин готов, все. Если что, мы мороза бьем. Так, забейте все морозы. А где мне кастл показывается, блядь? Рыба. Нашел. Ебать, глаз большой. Зачисляю рыбу. Рыбу не нашел. Везде кекс. Направо хаку. Откадышилось? Нет еще. 17. Повезло. Экс справа закроешь. Вот фьюрис. Вычислил рыбу. Два вон на левом столе. Да, откатится у хаку. Кабан есть? Нет. Только да, кексики. Есть кексик. Я съел кексик. Жрит тортик. А у меня комбо таймера нет, блядь. Сколько до фазы? Минуту еще. Охуй, я откинулся. Откинулся, я откинулся. Надо гробу, типа, набрать, чтобы нам было легче.
Вроде на рестинок потом бьет. Смотрите. Че у вас? Алло! Закройте слева. Кто там? А, Войт, ты закрывал? А, да. Угу. Я проебал момент, сверху. Ну я ж с нами не ходил уже на морозы. Че у вас там есть кто? Я что, ты третий слева, да. Слева нету никого. Азерона, закрой сейчас еще. Не хочу. А сейчас слева будет, да? Сейчас, скорее всего, справа. Последнее. Слева я закрою. Просто кто-нибудь закройте, топ, это последнее. Скажите, когда сейчас фазы, потому что у меня нету дебафа. Когда справа закройте, я слева. Всё, подходись. Фаза чем будет? Так, Рван на меня, сейчас Ури забирает, да, видимо? А Ури забрал все. Ты зеленый забираешь. Это хорошо. Давайте, Геру. Геру. Так, проверить кое-что интересное прям сейчас. Закинь стерею. Нет. Дальше. Блин, что-то часто таунтить надо. Когда ты альтабался, не чувствовал того, что ли? Ну там альтаб, таунт и все, и сидишь, дальше дамажишь. Там агро не набирать даже не надо, блядь. Я говорю, он не может агрозу брать, пока я ПКМ нажимаю. Кашка там за лупу эту хуя. Еще 40 секунд. Качи. Могу 0 урона делать тупо каждые 45 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да. А, мне похуй было. На следующий нажму. Хорошо. Я за танком слежу, мне похуй. Страшно. Она сегодня не должна вас убивать, если вы не бездари. Я же на вторую череду выходишь лутать город из так. Кто выходит? Выходишь назад и лутаешь так город ты. Нахуя. Чтобы у нас челики с боссом не стакали город. Ну. Прохил, у суки! Бэр его. Это того стоило. И после своей моей смерти он обратил на меня внимание и дал ПС, заметьте. Вот, пожалуйста. Сколько за череды? 20. Че сказала, если бы ты вежливо просил, может, я бы тебе давал ПС? Сын, блядь, ебаный, блядь. Что я? 10 секунд череды. Великий, Макс Оранж. Давай, жми то 4. Не уебитесь, босса. Яш, блядь. Повезло. Я когда понял, что меня хилики собираются, нажал лик. Не хватило. Крита бьет первый, ближайший двух. Ну, с первого раза танчим Мараузу, сложный босс. Сколько у вас таков, Гарлта? Один. Войда два. Прохил меня, спасибо! Арислин молодец, вышел. КЦ. Она существует. Ого. ГЦ! Предлагаю отдать глю. Предлагаю распылить. Я тебе сейчас ебало распылю, блять. За что? Агрессия, ты, блять, меня не хищ, а еще и... Рерол. Азерона, сука. Рерол. Пошлите, пожалуйста! Пошлите. Ой, да, у тебя пушка есть, куда ты лезешь? Ну подожди, не, я сейчас, я так сделаю. Типа, мне нужны запы сделаю. Если запы сделаю, выпадут, я заберу. Если не выпадут, то дам глю. Жалко, Войда. Бедный глю.
Бедный воин. Азерон, пахи! Ладно, там шанс все равно небольшой. А то есть тебе еще их вырвать надо? Ну да, мне еще их вырвать надо, типа забей. Они на столбе должны быть. Малайка откисает. Я засейвил. Бедные малайка. Я не знаю, на самом деле, Реслина, на тебе надо? У тебя же вроде есть такие, не? Отдай мне, пусть у меня будет. 226-й вроде. Плащ ты имеешь у него? Критом пробивается? А у него есть твой? Да у меня РБК вроде этот. Мортин, может вообще нету? Не, у него вроде он давал этот плащ, нет? Ну, в смысле, Кристин, у тебя есть плащ вообще, блядь? Это у тебя заскамили пиздец. Как я скамлю обычно. Или кому он давал? Или может, это может Кулю отдавал? Не помню. Я не знаю, может, они на холле пали плащ. Я отдавал кому-то плащ, я не помню. Войд Фьюри, что ли? Да. Не, если носить тебе надо, мне он тоже сильно, типа, не особо там. Блядь, ну я аккуратно так пулил из здания Реслин. Я 4 отдал. Лучше ждем 10 секунд, и надеть не сдохнете. Ой, пизда. Ой, он сдох. Вот еще один моб, блядь. Яша ББ, блядь. Это мой на пол, кстати. Вставай, чё, бежишь? А зачем тебе скибиться? Кому? Тебе. В смысле, зачем? У тебя же есть пушка. Ну, у меня пушка с этим, с меткостью. А тут крип, типа. На, шоколад. Ну, а я хочу типа, говорю, если запы выпадут, я запы возьму 260-е. Да пиздец. С меткостью. Грозука стоит. А какая разница? Если меня какая, видишь, я дух уберу. Школьник токсик меня это снайпил, блядь. У меня запы сейчас хаздух. Ну что? Дух помойку. Отдай галю, блин. Я говорю, запы убьем деву, после девы, типа, если не выражу запы, отдам. Это 60-я пушка есть, углю нету. Реально. А вот ты сидишь сразу, ты удар понимаешь, у тебя развалюха на пружинах нахапали. Углю вон, блядь, хаст меткость нахапали. Я, блядь, я тебе могу... Сука, если отойду, я тебе буду стать ФК. Ты вот. Как РЛ должен... Я все, если что, я все это время, вот все начало этого каражана, каждый раз, когда падали какие-то шмотки, которые мне нужны были в перспективе, я их всегда отдавал, типа, челикам всяким. Ну да, типа, потому что... Главное, потому что я выжил. Логично. Это же перспектива, логично. Это типа первый раз, когда условно я беру шмотку на перспективу. Сейчас, когда уже, подождите. Которую я прям сейчас сразу не надену. Он тут пидор на нас косо смотрит. Ты как РЛ должен... Просто потом по итогу получается ситуация, что я начинаю по шмотку отставать. Да, о, чел, ничего страшного, отстаешь. Ты должен быть как Кетлер. Вот Кетлер вообще сидел без Т4 даже. 254-й отставает. Он, блядь, нас всех уже перегнал давно по шмоту. Я на роге я отстаю. Я отстаю, кстати. Я на роге отстаю по шмоту, пиздец. По IQ тоже. Я тоже отстаю сильно на роге. Алло, он не даутится, ты чё, сука? Надо токены ещё порадовать. Я 4 ОПшки зарядил эту дуру, блядь. Как же ей похуй. Я такой в 251-м сижу, все, блядь. Не хз, кстати, как-то 251. Ну потому что я токена не апаю. Смысл мне это апать токена, если будет 10. Ну, кстати, если, кстати, я на DC токен апнул, то. Еще 10 раз скажи, блядь, если ты токен на DC апнул, ты 258 был. Это правда. Ты ебал, реально кто. Он Яша все равно 259 не ебет его. Ну моб, ёбаный. Как же тебе похуй? Как же тебе похуй? О, забрал, блядь. А тебе в ДЦ, так там вообще, блядь, нечего собирать все эти шмотки. Ну, мне вот эта дробяшка скинуть на ДЦ надо, ну типа... Никому не надо, словно...
Я скину потом третий билд, финалеру сделаю, блять, чтобы танчить трэш ебаный. Вот Жирога хотя бы с этим сваром конкурирует там. ОПшечка, ОПшечка, ОПшечка. Похуй ему было, ладно. Мне урон, блять, уменьшает, а грон, блять, набирается. Набери раньше. Понял. Не, вот, не пульт этот пак. Сейчас пройдем мимо, пожалуйста. Набрал. Ты не пройдешь там никак. Чё Гриз сдавал? Бог чамп прошел! Тупой ёб. Ой, моба этого сразу сюда. Ты чё, блядь? Где у меня сало? Я не помню, где у меня сало. Азероны, это, конечно, не на Твиче за слово негр банить. Тут искусство надо, чтобы пройти. Много сравнений придумывал, гений? Не знаю. Я не думал. Я кнопку не знаю. Четыре. Решил выстрелить что-нибудь. Оперу не бьем пока. Все не это. Все, короче, кроме оперы, то молча и погибели. Может, просто всю кару закроем? Не думал головой об этом. Я, мне на оперу кто вас танчить будет? Ты. А кто мне пушку убивать будет? Ну, блять, Яша зайдет. Я могу в два окна. Яша на твой ак зайдет. Ага, опять. Ну ладно, я кнопки поменял за полминуты, но похуй. О, нет! Полминуты! Я потом меня наебал. Меня наебались какой-то кнопкой, которую я не заметил и не поменял. Полминуты раз, полминуты два, уже минута. Все, жизнь просрана, вы никуда. Ага, дорогие. Я хочу еще тех мобу взять. А бля, ну бля. Ну бля. Болезнь раскинул. А Борланд на завтра придет, да, если мы тут все не закроем? Почему? Да. Да. Раскол! Успеть! А, блядь, Настя, ну посмотрим, нажал, зависит от того, насколько быстро. Если типа останется куча времени, ну значит сходим. Ну значит, типа по сегодня. На закроем, самом деле, да. Знаете, что сейчас, наверное, выпадет пояс, который там никогда не падал еще. Долгоног, да. Ботинки нужны. Да, никому же, надеюсь, ботинки эти не нужны. Чё, я бы забрал бы. Я бы забрал. Крит меткость. Я бы взял. Кстати, этот, на вот там, я нашел одни ботинки, вот там, вот у Хакуапли. Я бы взял на перспективу. Хаку хаст нужны ботинки. Крит хаст. А мне крит меткость как раз на перспективу. Мне не надо, у меня хайповые. Не на перспективу, на СПД. Ты же перспективные. У меня такие, у меня нормально. На СПД мультика. Не, ну если, слышите, если бы на перспективу, типа, то Уриона шмот бы не лутал, Чоколад бы не лутал, Глю бы не лутал, Мать Фьюри тоже не лутал бы. Чё, вы старые, умрете быстрее. Нахуя. Слышишь, это неизвестно еще, кто там умрет. На перспективу чисто. Математический подсчет. Это просто бизнес, ничего личного. Так может быть. Какую я вообще ни одной шмотки не давал? Сори. Почему? На перспективу. Слышь, чё, а можно то, походу Чоколаду можно вообще шмот не давать, у него деменция, блять, он не помнит просто. Скажем, что давали, а он распилил. Забудется. Вот я хотел уступить тот пояс Сингу, если выпадет. Так мне тоже нужен, мне тоже. Крит хаст, но я теперь буду на себя ролить. Не, на самом деле, знаете, вот мы когда начали в Кару Гер ходить, ну чё-то... Никому что-то нахуй ничего не нужно было, блять. Не, я сразу... В смысле? Ты видел? Я сразу написал список того, что мне нужно. Там, там где-то 8 шмоток было с кара. Схуяли. Чё схуяли?
Я сразу написал, какие шмотки мне нужны. Я потихоньку их выпускаю. И схуяй. Вот он прям падает, ну ладно. Что-то умирал кто-то? Да. Да, умирал. Да, с каждым за секунду. Правый смысл, блять. Смотрителя, кстати, будет танчить какой-то полупокерный танк. Или я шумой рог зайдет. Там нехуй танчить. А, этот... Каску, этот... Лапку дай. Там бафов не будет, если я не буду на Фенрире. Да и пох. А, да? Да ладно, кто, сейчас выпадет. Агро никто не удержит, кроме ГДК. Ну, правда, этот ГДК, его тоже не особо не удержит. Какое агро, блядь? Выпадет, какое я агро? Я бить не смогу, понимаешь? Да сможешь. Да я у тебя сорву нахуй сразу. 20 секунд постоишь и потом... 20 секунд постоишь. Нарканово. Ой, постоишь на ФК, блядь, нормально. Это, скажи за секунду, чтобы я припотывал. Прежде чем... Ну, когда сфера будет, ну, вот где-то... Сфера сам видишь? Вот ну, здесь она, вот здесь она где-то. Короче, пью, да? Выпью. О, пей, сейчас пей. Можно, ну... Но... Здесь нормально? Кидай. Да-да-да, ща-ща. Бам. Ой, я могу нихуя не выносить. Ты ещё зелёнку можешь жать, можешь вообще навка стоять. Блять, реально. Да, он меня... Косты сбивай только. Все, я понял, я нашел кнопку костов. Она у меня другая сейчас. Хаку он не давайте тридцатку дает, блять. Я ж не потому, что он хуево дамажит или что-то. Там шутка была сильно, серьезная. Черная. Надеюсь, сейчас зеленка нормально сработает. Не всегда работает. Я в помойке не останусь. Пошли. О, подхиль, подхиль. Пошли назад. Ну подхиляемся, подхиляем. Как же похуй. Не похуй! БР. А, да. Ёбаё, блядь. Всё, нахуй твою зелёнку, я лучше буду следить за сферой. Дебил. Господи. То, что ты там зеленку жмешь, это не значит, что тебе нужно мозг. Затауньте, затауньте. Ой, блядь, пизду, ложитесь, нахуй. Да, блядь, угорайте. Да, ладно, там клоун. Все зеленку нажал, стою довольны. Когда-нибудь, когда-нибудь это должно было случиться, что мы, сука, что мы вайпнулись из-за танка. Дай диван, блядь. По-моему, я лучше танчу, блядь. Тресните. Посредственно, вставайте. Господи. А чё ты там со смотрителя хочешь? На рогу чё-то или чё? Кольцо. Пояс. А. Какой пояс? Пояс. Да я затанчу, нормально там будет, блядь, мячку. Не-не, тебя сгрызут, что не будет 3%. А кто сгрызет? Никто не сгрызет. Все, нахуй! Синк, мискликнул это, ну, этот на балалайку. Он тебя съест, нахуй. Этот на балалайку. Давайте рыбу поставить. Этот в ШП, и нормально будет. Там же хаку не надо ничего. Ничего не надо. И балалайки отдадим сапы. Да. Меня, кстати, меня первый тик-то вроде не убил, кстати. А, и боты. Меня убил второй тик, когда зеленку пробило нахуй. Ты понимаешь, тебя убило, по-моему, даже с трех там тиков или с четырех, типа, ты настолько АФК просто, это вообще шок. Так я не думал, что вообще может перебать. Чел, ты вообще не думал, по всей видимости. Я просто нажимал ЛП-шку, так и дал. 4-5 тиков у тебя было, 5 тиков от луча, ты рофлишь. Нахуя ты это сделал, вот мне больше не так. 5 тиков, я в смерти значит, посмотрел. Я вижу 3. А, 5 реально. А знаешь почему? Первые 2. Тиков, да. Первые 2 я просто не почувствовал. Потому что ты в луч зашел. Каким нужно быть идиотом, чтобы в луч зайти? Ну типа. Я не заходил, я на месте. Он в меня зашел. Он бегал за лучом специально.